Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале о вязании. И сегодня в этом видео я хочу предложить вам связать со мной вот такой замечательный воздушный летний узор. Вяжется он необыкновенно просто, а смотрится очень классно. Посмотрите, он такой воздушный. Вот так он выглядит с лицевой стороны. Вот так с изнаночной. Узор, в принципе, может быть двусторонним. Все на ваш вкус. Идеально подойдет для вязания летних маечек, кофточек, туник, кардиганов. Вяжется очень-очень просто этот узор. Итак, вся хитрость этого узора в том, что здесь используются два вида спиц. Меньшего диаметра, такие небольшие, и толстые. Итак, раппорт данного узора у нас состоит из двух петель в ширину и двух рядов в высоту. Для вязания образца поворотными рядами мы набираем с вами количество петель кратное 2, плюс 1 петелька для симметрии, плюс 2 кромочных. Для вязания данного образца я использовала спицы номер 2, вот такие тоненькие, и спицы номер 7. И пряжу. Эта пряжа у меня... Так, дропс флора, здесь в 50 граммах 210 метров. Вот такой получается он воздушный благодаря тоненькой пряже. Итак, а для образца я буду использовать пряжу дропс норд, здесь в 50 граммах 170 метров. Ну что, давайте приступим к вязанию. Итак, на спице номер 7 я буду набирать 15 петель. 12 кратное 2, плюс 1 петелька для симметрии, плюс 2 кромочные. Итак, набираем мы обычным способом. Сначала мы набираем на спицы большего размера. Итак, набрали с вами 15 петелек. Берем спицу теперь меньшего размера, номер 2, и начинаем вязать первый ряд. Итак, кромочную снимаем. Далее, смотрите, мы будем провязывать лицевую петельку за заднюю стеночку скрещенной. Вот таким образом. Провязали. Далее одна изнаночная петля. Изнаночную я вяжу классическую, классическим способом. Все, раппорт провязали. Повторяем. Опять лицевую провязываем скрещенной за заднюю стенку. Следующую петельку изнаночную, опять лицевую за заднюю стенку скрещенной, изнаночная. И так мы провязываем с вами до конца ряда. Я провяжу побыстрее, секундочку. Последняя петелька у нас лицевая для симметрии, провязываем скрещенной. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Провязали первый ряд. Разворачиваем наше вязание и начинаем вязать теперь спицы большего размера. В данном случае это спица у нас семерочка. Итак, кромочную мы снимаем, не провязывая, и начинаем. Первая у нас изнаночная. Провязываем изнаночную петельку. Провязали. Далее опять провязываем лицевую скрещенной за заднюю стенку. Вот таким образом. Все, провязали раппорт. Повторяем. Изнаночная, лицевую провязываем скрещенной за заднюю стеночку. Вот таким образом. Изнаночная, лицевую скрещенной за заднюю стенку. И так провязываем до конца ряда. Последнюю петельку провязываем изнаночной. Эта петелька у нас для симметрии. И кромочную провязываем изнаночной. Провязали второй ряд. И далее мы с вами повторяем первый и второй ряд на необходимую нам высоту. Используем сейчас спицу меньшего размера. В данном случае это двоечка. Как вы видите, узор вяжется очень-очень просто. Я думаю, вы обязательно справитесь. Если есть вопросы, пишите в комментариях, обязательно вам отвечу.
подписывайтесь на канал, включайте уведомления о новых публикациях. Всем всего доброго и ровных 7 петель.